Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми поговоримо про те, що міжнародний конкурс відеороликів «Зірка» завершено. Імена переможців оголошено. І якраз керівниця цього фестивалю, і співорганізатори, і учасники сьогодні на нашій прес-конференції. Отже, вітайте Ніка Родакова, керівниця фестивалів «Зірка», та Головко Марина, молодший науковий співробітник Новомосковського краєзнавчого музею. Все правильно, нікого не обійшла. Доброго дня. Доброго дня. Розповідайте, що це за такий фестиваль «Зірка», як він проходив цього року в умовах карантину. Словом, вам слово. Здравствуйте, меня зовут Ника Рудакова, я руководитель общественной организации «Товариство поддержки талантов «Зірка». Мы являемся международной организацией, у нас одно представительство в Украине находится в городе Днепр, и второе в Болгарии в городе Обзор. Работаем мы уже с 2014 года и провели огромное количество фестивалей, более 10 тысяч участников из разных стран за это время было в офлайн-фестивалях. И в онлайн-фестивале уже более 3 тысяч участников на данный момент. Наш фестиваль – это не только фестиваль видеороликов, у нас многожанровый фестиваль. То есть в нашем фестивале могут принять участие любые творческие личности, любые творческие направления, коллективы, солисты. Это вокал, хореография, актерское мастерство, цирковое искусство. В этом году у нас добавились декоративно-прикладное искусство, изобразительное. И в этом году у нас добавились у нас новый конкурс, был первый раз, это конкурс видеороликов, это был дебют, конкурс кулинарии, флористики и фотоконкурс. Кроме этого, еще есть конкурс моделей. В общем, если вы творческий человек, и вы красивые, полны энергии, творчества, в общем, вы можете проявить себя на нашем фестивале. Изначально наши фестивали были не только онлайн, естественно. Каждые два месяца мы проводили фестивали в разных странах Европы. Уже более 5 лет это Болгария, это каждый год, все лето мы фестивалим в городе Обзор, показываем нашу украинскую культуру, знакомимся с детьми и взрослыми из разных стран. У нас проходит выставка в галерее для художников декоративно-прикладного искусства. У нас парад в вышиванках. Вот в прошлом году наш парад был длиной целый квартал города. От самых маленьких, 5-летних и до пожилых людей, все в вышиванках из Украины, был огромный-огромный парад. И туда же приезжают участники из разных стран. Кроме этого, это Словакия, Польша, Венгрия, Австрия и вот с этого года Германия. Это те страны, в которых мы также проводим фестивали. Онлайн-фестивали у нас были почти всегда, то есть уже более 4 лет дети имели возможность проявить себя, подав заявку, если не имеют финансовой возможности поехать. Потому что пока у нас такая деятельность не финансируется государством, грантовые программы достаточно сложно получить, поэтому у нас фестиваль идет за счет взносов участников. Частично. Есть партнеры, но больше это такие организационные какие-то моменты помогают иногда. Но в основном это вот наша организация, инициатор. И были всегда вариант онлайн. И вот наступил карантин, и наш онлайн стал еще более актуальным. Если вот сравнить, в 2020 году первый наш онлайн-фестиваль был в Словакии, он был офлайн, Рездвяна Зірка. Мы провели фестиваль в Словакии, и параллельно был онлайн. И вот в этом онлайне было 80 участников. То в Кракове это уже было более 400, и сейчас вот прошел фестиваль в Германии, город Бремен и город Хамельн, это наши партнеры, фестивальная комиссия там находится, в Германии, то это уже было 901 участник. То есть фестиваль растет онлайн из-за карантина очень быстро. Сейчас вот на данный момент мы уже принимаем заявки на онлайн-фестиваль в Болгарии, и также офлайн-фестиваль, теоретически можно поехать, но сейчас есть некоторые проблемы. Які проблеми, розповідайте? Не жалійтеся, але розповідайте, тому що... Вот такое вот очень красивое действие, которое происходит каждый год, оно сейчас находится под угрозой. У нас на данный момент было принято заявок более 100 на поездку в Болгарию. Это направление и хореография, инструментальный жанр, декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство. Мы должны были ехать вот 3 заездами, 3 делегациями. 100 заявок, я перебью, перепрошу, это с Днепропетровщины? Нет, это вся Украина. Вся Украина? Да, да. Увы, в этом году у нас обычно всегда за нами ездит Беларусь.
Они очень любят наши фестивали. В любую страну, куда бы мы ни ехали, белорусы всегда с нами. Вот. Но в этом году у них, получается, совсем закрыт для них была возможность поехать. И вот буквально с 15 числа у нас радостная новость. Открыли границы, и украинцев пригласили в Болгарию. Мы быстро собрали эту группу. 2/3 этих людей, детей и взрослых, это из маленьких городков либо сел. У нас очень доступная по стоимости сама поездка, то есть можно и выступить, и отдохнуть. Но позавчера ночью Болгария приняли новое постановление, что пересечь границу можно гражданам Украины только при наличии теста на коронавирус, которому не более 72 часов. Вот, допустим, больница Мищенкова делает такие тесты по 800 гривен, ну, я не знаю там сколько примерно, сколько это они стоят, я не буду говорить, но делается он за 5 дней. То есть условия невыполнимы. Те тесты, которые делаются в течение нескольких часов, стоимость его 2500 гривен. Это еще больше не можно выполнить. Да, а если ребенка всего поездка стоит 3500 гривен, то есть вот так вот в последний момент добавить 2500 просто не имеют возможности. И это очень технически сложно выполнимо, потому что это вот автобус этот детей, он должен приехать в Одессу, утром сделать этот тест, вечером получить и поехать на границу. В общем, нас поставили в такие условия, что у нас под угрозой, конечно, на данный момент поездка. Но в любом случае остается конкурс онлайн, он продолжается. Он интересен сам по себе, даже вот без офлайн-поездки. Я постараюсь все-таки попасть в Болгарию, чтобы представить лично работы онлайн-участников комиссии фестивальной, которая там нас ждет. Ну, если не получится, значит, будет все онлайн. Розкажіть мені, будь ласка, ми ще до Марини повернемося, перейдемо, але розкажіть мені, будь ласка, про цей конкурс, який зараз завершився, і переможців якого вже оголосили, хто був учасниками, що це був от саме цей конкурс відеороликів, і хто обирав переможців? Смотрите, значит, у нас система конкурса следующая. Сначала мы собираем все заявки, вот все подают заявки полностью. Вот у нас было 901 человек. Это 450 участников, то есть часть из них это коллективы. Вся Украина, знову ж таки, да? Вся Украина полностью, все были задействованы, области, наверное, вообще полностью все. Участвовал также, участник был из Норвегии, из Германии, из Греции и из Венгрии. Они пробуют, они еще не понимают до конца, как это, но тоже интересны из других стран и тоже принимали участие. После того, как мы приняли все заявки, все работы размещаются на сайте. Если это работы фото, допустим, флористика, декоративно-прикладное искусство и художники, их работы можно сфотографировать, то размещаются на сайте фотографии работ. Каждая работа подписывается, участник, возраст, руководитель, город и название работы. Если это вокал, видеоролики, в общем, если хореография, то размещается видео. Видео выступления, либо уже готовый продукт, это видеоролик. Это все размещается на сайтах. После этого идет первый этап. Первый этап – это оценка профильного жюри. Профильное жюри – все украинское, почти немножко там есть другие страны, там Белоруссия, США. Профильное жюри распределяется по категориям. Например, вокал у нас оценивают 5 членов жюри. Обязательно есть те, кто преподаватель академического вокала. Это обычно преподаватели, заслуженные народные артисты, либо же члены приемных комиссий учебных заведений, куда можно потом по этому профилю поступить. У нас все-таки большинство участников – это дети, подростки, молодежь, которые использовать потом могут такие дипломы для работы, либо же для поступления. И профильное жюри оценивает профессионально. Они дают оценку по 10-бальной шкале и дают вот такую вот рецензию. Угу. Я вот покажу пример. Значит, это по декоративно-прикладному искусству Маринина рецензия. То есть те члены жюри, которые поставили меньше 10 баллов, они должны написать, почему они снизили оценку. И используя вот эти вот замечания, обычно еще мы пишем, конечно, и сильные стороны. Mm-hmm. Используя эти замечания, участник может на следующий раз подкорректировать. У нас часто даже бывает такое, что вокалист и инструменталист в условиях карантина одно и то же произведение перепевают, переигрывают, но учитывая уже замечания жюри, mm-hmm. чтобы выйти на более высокий уровень. Это профильная комиссия. Эти оценки и все видео, фото работ передаются фестивальной комиссии. Вот в данный момент это была комиссия в Бремене. Они, видя отзывы и баллы, проставляют первое, второе, третье место по своему усмотрению. После этого все первые места у нас выделяются на отдельный сайт и рассылаются международной комиссии. Сам диплом, уже который получает участник,
подписан 5 членами жюри из, 6 членами жюри из 6 стран. Это у нас Германия, Польша, Австрия, Болгария, США и Беларусь. Вот, то есть 6 членов жюри. Это фестивальная комиссия. Они смотрят только первые места. Им уже не нужно оценивать качество выступления. Это уже оценили профессионалы по высшему уровню. Mm-hmm. Они оценивают уже, те люди, которые занимаются искусством. То есть, например, вот Надія Мороз-Ольшанська, она президент управления фундации массовых видовищ в місті Краків, Польща. То есть, это украинка, которая там организовала, то есть, есть общественная организация, которая занимается мероприятиями, вот как mm-hmm. наши. То есть, это выставки в галерее, это большие фестивали, это праздники. Многие из них, она связана с посольством, и многие из этих праздников, они представляют украинскую культуру. Точно так же, например, вот Мила Пендичева, это глава ассоциации «Обзор арт» и фестивальной фондации «Морского конча» в місті Плевен, Болгария. Мы много лет с ней сотрудничаем. Это человек, который по всей Европе делает тоже вот такого рода мероприятия, как мы. То есть культурные мероприятия по культурному обмену. И они уже до этого, видя много лет аналогичные мероприятия, они смотрят лучших и выбирают уже, кто заслуживает либо гран-при, либо звание лауреата. То есть они выбирают только по этому принципу. То есть часть участников остается первое место, а часть присуждается лауреат и присуждается гран-при. Вот у меня как раз сейчас в руках диплом гран-при Наталья Гейман. И я как руководитель фестиваля совершенно не знала, кто такая Наталья. Лично мы как организация не оцениваем никогда участников и сами не влияем. Ну, мы можем влиять в спорных ситуациях. Вот. Но, честно говоря, очень рада познакомиться с обладателем гран-при нашего фестиваля в номинации «Видеоролик». Дякую вам дуже. Так, це ваш кубок. Дякую. Але я би хотіла, дуже дякую, мені дуже приємно, що я стала частиною цього фестивалю. Мені хотілося би перейти до Марини, тому що я так бачу, Марина теж прийшла зі своєю роботою. Марина, розповідайте, як ви стали учасницею конкурсу і що ви там завоювали? Дивіться, це випадкова ситуація вийшла. Я шукала періодично міжнародні конкурси, і мене не влаштовувало, що офлайн участь була, бо по фінансам це затратно. А я, оскільки така творча людина, я вважаю, іноді треба зекономити, щоб більш кругом прийняти участь. І мені знайома каже, є така от фестиваль «Крутий зірка». Я неодноразово приймала участь, в мене діти виігрували. Давай, і ти, якби, прийми участь, скинула силочку. І поступово, я думаю, ну чому я одна буду приймати участь? Я потягнула колегу, знайому, і ви не повірите, кого... Ми скільки? 5 людей приймало з Новомосковського участь і всі зайняли призові місця. Це Клименко Лідія Іванівна, Мамрак Юлія, я, Артем Лянка і Олександр Михайлович. Ви не повірите, в нас такий був шок, тому що я вже думаю, прийму участь ради диплома, а потім, коли мені сказали, що в мене друге місце, я в шокі була. Тому, чесно, я вдячна за такий... Фестиваль чому? Тому що, ви розумієте, коли в конкурсній основі воно, ти відчуваєш, де тобі треба підтягнутися, де тобі треба так піднапружитися. Тому що, коли ти просто в виставках, воно не то. Знаєте, всі думають, ну дам роботу. Коли конкурс, ти, от мені дуже сильно гобелен сподобався. Я коли дивилася роботи, я б, наприклад, якби була журі, я б зразу гобелен дала 100% лауреата. Тому що ти бачиш свій рівень, ти бачиш, куди тобі треба рухатись, і бачиш, який об'єм робіт треба. І коли рецензію почитаю потім, що там написали, я думаю, ці всі моменти допоможуть мені вирости як професіоналу. І знаєте, це великий плюс був в тому ще плані, що вперше Миколаївський розпис прийняв участь в цьому заході, і... Я змогла, покажу. Ми відроджуємо Миколаївський розпис, музей, центр позашкільної роботи, село Миколаївка, школи, будинки культури, наші міські школи. Ми їздимо в експедиції, збираємо архіви, фотографуємо скрині
І намагаємось відродити завдяки цим аналогам свої авторські малюми. Малюємо копії. Ну, звісно, на конкурс не дозволяється копії. Ну, ми дотримуємось канонів. Це і лінії, це і яскравість кольорів. От. І саме такий великий плюс, що села Миколаївки люди зайняли призові місця. Це другі і треті. Це Клименко Лідія і її учні Лянка і Михайлович. Ви розумієте, що гурток «Джерело», в котрому вони вивчають цей розпис, це, знаєте, як такий старт, бо вони займаються всього лише півроку. Ви розумієте, півроку, тобто ми навіть не очікували такий скажений результат. Ну, це такий собі стимул, да, продовжувати працювати, вдосконалюватися. Що це за миколаївський розпис, якщо можна в двох словах буквально, тому що я, наприклад, вперше почула, я знала Петриківський розпис, а що таке миколаївський, ніколи не чула. Він відроджується вже 15 років, цей розпис. Починала Ярина Дія Миколаївна з командою творчі. Вони їздили по селу Миколаївки і збирали фотокартки, збирали скрині. І я в 2018 році дуже сильно захотіла спробувати такий розпис і почала з фотокарток малювати. Відродити, чесно, я очікувала легше відроджувати. Виявилось, не так все легко. Затерті фотокартки, затерті скрині, вигорівші. Ми намагаємось взяти кожен, от, наприклад, скриня, да? Кожен елемент. Починали ми з копій, копіюємо. Я учнів до сих пор кажу, для того, щоб зрозуміти якийсь вид мистецтва, ви повинні навчитись на копіях. І потім, відходячи, закриваючи всі фотокартки, малюєте своє. Тоді справжнє відродження буде цього розпису. Він розпис приблизно 18 століття. Да, на жаль, він не такий відомий, як інші розписи, але вже ми над цим працюємо. Я думаю, він буде дуже відомий. Ну, і завдяки конкурсу, я так думаю. Розкажіть мені, будь ласка, Ніка, які роботи найбільше вразили вас, якщо ви бачили, ну, звісно, ви їх бачили, да. І що дає диплом? Итак, наши участники, как раз вот хочу Марину наградить вот таким вот дипломом второго места. Этот диплом, он на немецком языке, но серединка на украинском языке. Для чего? Чтобы можно было использовать, допустим, для аттестации преподавателя, либо для поступления в вузы. Иногда это имеет значение, иногда не имеет, но иногда это важно. Вот такой вот диплом второго места для вас. Также мы даем по запросу диплом полностью на английском языке. Наши дипломы вот по нашей практике помогали детям для поступления и в США, и в другие вузы Европы. Тоже некоторые принимают, некоторые нет, но наличие диплома вот такого формата с 6 подписями 6 стран, он тоже может иметь значение. Опять же, если, допустим, часто вокал, цирк, когда дети едут, уже не дети, уже молодежь едет работать, допустим, куда-то, то это можно приложить к своему резюме. То есть, что вот занимал первые места, либо призовые места на таких-то конкурсах, это ваш диплом. Тобто це диплом міжнародного зразка, який дає, в принципі, можливість далі рухатися людям. Ну і про ті роботи, які вас найбільше вразили. Так, був дуже, звісно, яркий конкурс в этот раз. І якщо ви посетите сайт наших учасників, от, наприклад, в изобразительному искусстве було около 60 художників, ви знаєте, просто настільки восхищає, що, ну, от раніше такого не було ажіотажа. Сейчас, коли смотришь, очень много подаются профессионалов. Видимо, они засиделись дома, выставки были закрыты и подают нам работы просто уникальные. Декоративно-прикладное искусство тоже было более 60 участников. Это тоже очень интересно посмотреть. Были работы, картины из пластилина, были работы из обрывков бумаги, покрашенных в разные цвета. Там и бисер, и все что угодно использовалось. Очень поразила работа тоже украинские... Есть по кулинарии тоже возрождают традиции и сделали такой целый получасовой видеофильм, но мы его поставили не в видеоролике, а в кулинарию.
хотя надо было видеоролики поставить, «Топченники». Это Гоголь еще писал в, или «Вечера на хуторе близ Диканьки», или, в общем, какое-то из произведений, в общем, там были топченники. И, в общем, они тоже полностью возродили этот рецепт и прислали нам видео, там, где показывают вначале фрагмент из Гоголя, и после этого они все одеты тоже в украинских костюмах, вот показывают полностью, как делать эти топченники. Забытый рецепт, я хочу сама попробовать сделать. Вот это было очень интересно. Ну, все номинации, конечно, очень яркие, очень интересные, да. Да. Я, можна, скажу? Якщо можна, дуже коротко. Да, дуже коротко. Саме великий плюс для нашого міста, що в нас дівчинка є інвалід, ДЦП Юля Мамрак, перший раз прийняла участь в цьому заході, і вона зайняла друге місце. Це розумієте, вона ж коли дізналася, вона розплакалась. Так що ми кулачки за неї тримаємо. Дякуємо вам за такий захід. Да, хотіла вот уточнити этот момент. Смотрите, у нас є три категорії. Є початківці, є аматори і професіонали. Професіонали оцінюються дуже жорстко. Поэтому, якщо на дипломі написано «професіонал» і перше місце або гран-при, це дуже тяжело отримати в нашому журі. Якщо ребенок перший раз подався, допустим, займалися діти півгода, они пишут категорию початківець, и у них и в дипломе будет початківець. То есть такой диплом, конечно, для поступления уже не котируется или для резюме. Но для ребенка, который только попробовал, ну, то есть он занял призовое место. Да. И основная часть наших участников – это аматоры. Аматор – это тот человек, который занимается. Это может быть как ребенок-подросток, либо взрослый, который чем-то занимается, но вот решил себя попробовать в каком-то амплуа. Например, вот у нас есть акварель, допустим, нарисовать картины. И уже эти участники оцениваются как бы середнє, да, тобто зі середньою строгістю. Дякую вам дуже. Сподіваюся, що конкурс буде рости, фестивалі будуть множитися, і ми вийдемо все ж таки із онлайна в офлайн. Ми побачимося один з одним наживо. І так як виходимо, ми до вас в прямий ефір на телеканалі «Відкритий» в прес-центрі. Я з вами не прощаюся. Дякую вам за увагу. Дякую вам за те, що ви до нас завітали. Скоро побачимося.